Мы свободные россияне, поддерживаем всем сердцем Украину в своей борьбе за свободу. Весь цивилизованный мир обязан помочь Украине всем, чем может. Мы не должны забывать тех людей, тех украинцев, которые сейчас находятся в оккупации. Мы должны сделать так, чтобы переговоры проходили на условиях Украины, чтобы у Украины была сильная позиция. Для этого мы просто обязаны помогать и вооружением, и давать все, что просит Украина. Мы пришли сюда, чтобы показать нашу общую позицию, что мы против диктаторов и диктатур, что мы боремся с диктаторами и диктатурами. Я думаю, что мы поможем многим понять, что такое диктаторы и диктатуры, как это ужасно, и что за человеческие ценности обязательно нужно бороться сейчас. До последнего дня мы с вами должны проявлять свою волю и делать это свободно и там, где тебе хочется. К сожалению, мы не можем делать это в нашей стране, но показывать другим людям, что мы эту страну сейчас не поддерживаем и что мы совершенно по-другому к этому относимся, мы обязательно должны. Мы сейчас с вами пойдем по улице, и пусть нас когда-нибудь придет, не знаю, там, 3 человека, но мы с вами все равно будем это делать, потому что свобода наша, она внутри. Никто не вправе нам запрещать ее и за нас что-то решать.